Всем привет, с вами Эпик, и вы, как всегда, на канале Digital World. Вот, мы с вами продолжаем играть в шикарнейшую игру под названием Dead Effect 2. Мы только что в предыдущей серии с вами привели Минникина, освободили его из криокапсулы такой криогенной, ото сна пробудили. Вот, он нам дал нормальный лук. Вот. Ну, а теперь нам надо вот к этой мадаме. Вон она дала задание. Погнали. Давай. Ты, Минникин, пойдете за доктором Беликом. Зачем? Чтобы выжить. Он ученый генетик, он работал с Вагнером. Мне это не нравится. Пытался сдерживать безумие и в конце концов пошел. Вовремя удалось сбежать как раз перед тем, как Вагнер отдал приказ убить его. Угу. Где он? Что мы сбежали? Он на другой стороне корабля. Реакция лифтендик туда за несколько минут. Угу. Давай начнем. Ради галлокарту, все, можно начать задание. Окей. Давайте проверим. Так, что у тебя интересного есть? Расходники какие-то. В прошлый раз мы с вами посмотрели только до магазина. Расходники я забыл посмотреть. Давайте тут посмотрим. Расходники, усилители опыта, усилитель трофеев, выносливости. Вот выносливость мне как раз нужна. В рукопашку биться. Угу. Давайте его возьмем. И возьмем усилитель трофеев. Может пригодится, фиг его знает. Ну, как говорится, понеслась. Что у нас? Стандартный уровень сложности, средний. Задача найти доктора Белика. Снаряжение. Угу. Играть. Обновлять свое оружие. Уровень оружия можно получить, покупая различные обновления. Угу. Запомним. Нужно добраться до терминала реактивного лифта и сесть на экспресс. Нет, лук. Только лук пока что. С ней катана. Так, ой, денежки. Как вы все помните, я очень люблю все обыскивать. Поэтому пока все не обыщу. И не успокою. О. Чпоник. Там вроде патроны где-то валялись. Да. Ну давай. Че это такое? Так, чтобы открыть замок. О, один открылся. То бишь наверх надо. Да. Отлично. Открыли. Фига себе дверь. Гигантская, здоровая, никто не пройдет. Так, деньги. Деньги важная вещь. Так, ну патроны у меня есть. Отлично. Так. Давайте посмотрим наш инвентарь. Ага, усилитель трофеев. Но выносливость мне пока не нужна. А вот трофейчики активируем. Это будет трудно. Это будет очень трудно. Хрень-то попасть. Я так полагаю, чем сильнее я натягиваю, тем сильнее у меня выстрел. Урона больше наносит. Хм. А, прикольно.
Баба. Большой бум. Бада бум. Куда он пошел? Миникин, ты куда? Тут лестница где-то есть. Я там видел деньги. Я точно видел деньги. Где-то здесь деньги. Вау, деньги, деньги, деньги. Косарь уже целый. Круто. Что еще есть? Так, нету, да? Эй! Собака. Вообще зверские собаки какие-то. О. Повезло-то как. Миникин, я лучше с тобой побуду. Где ты? О. Миникин, а? О, еще деньги. А мне, кстати, по-моему, туда и надо. Да. Иди отсюда. Хватит меня трогать, ты чё? Борзый. Пойду-ка я отсюда. Мне тут не нравится. Только... Да что ты такой, блин, вообще? Туда мне говорят идти, ну пойдем туда, что там такое? Интересное есть. Да. Пулемет, ребята. Так. Птичкой. Птичкой обязательно надо пользоваться. Так. А, ну пошли вон. Блин, я сюда не достреливаю. Так, ладно. Мы пойдем другим путем. Мы с вами только что сделали замедление. Это упал. Охренеть. Всего расстреляли. На тебе, скотина. Ой, сработает. Драпаем тогда отсюда, значит.
Блин. Кто меня пристрелил? Чё за фигня? Какая скотина у меня выстрелила? А, мы прошли. Ну тогда все нормально. Все равно выясню, кто это. Выберите свою награду. Забавно. Ага. Ясно, надо, короче, броню прокачивать. Да, дельта сложно быть даже без наших усилий. Ха. Добро пожаловать в мир живых. Гений, какой он гений? Даже на гений не похож. Может стать немного походить. Ну, походил я немного, ладно. Ну поехали, что ли? Так, привет. Здорово, Минькин. Чё за глаз? Ну-ка. Имя Кей Райнер. Какая фигня информация. Белик. Миленький лобой, вам так не кажется? Ага. Серьезно работать над клонированием и имплантами. Полный набор инструментов для работы с механизированной броней. А вы видите механизированную броню. Точно понятно. Просто взять любую часть, прицепить ее вместо того, что у вас уже есть. Не получится. Угу. Понятно. Поэтому установка из замены. Ну, она будет простой. Угу. Но мне, в принципе, ловкость и силу бы. Нет, доступ к некоторым ресурсам. Нанокристаллов. Хорошо. Это блоки компьютерония, а не больше. Понятно, короче, читайте, ребят. Так, при достаточном количестве можно сделать некоторые впечатляющие улучшения. Понятно. С профессором Вагнером. Сейчас я пытаюсь применить результаты там практики. Точка зрения солдания с вашей броней и планы. Ага. Для улучшения человеческого тела, затем мы открыли деты. И прогресс ускорил. Использует прототипы на себе. И вот этот стал угрозой убила. Мне пришлось скрыться. Чай был поиск иголки стоги сена. Новую человеческую ткань любого типа. Оживить тело. Дает эффект. Охренеть. Паранойка. Безумно, что спасти от худшего. Я потерпел неудачу. Да. Сложно. Она не рассказала вам о себе. Поэтому и спрашиваю вас. Ну, вы должны спросить ее сами. Так, ладно, торговаться. Давай импланты. Угу. Это продадим. Увеличение прибыли. Нет, это что? Бонус к силе. Клево. 23 тысячи. Так, вот ничего больше не будем, наверное, сейчас еще. В снаряжение зайдем. Там может что есть. Ух, да. Так. Из этих что у нас лучше? А, ведь вот это.
продать. Продать понемножку, конечно, мало. Маленькая сумма, но все равно. Продали. Миникин. Да. Хорошо, Данов. Ты не особо разгорачиваю, да? Нет, Минкин не говорит. Часть мозга глупо заставит Минкин глупо говорить. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Для начала вот сюда зайдем. Так, нам ничего не выпало. Давайте в магазин тогда зайдем. Желтая. Можно, в принципе, желтое купить. И посмотреть, сколько до 8 аж. Нет, не туда я смотрю, ребятки. Не туда, не на то. До 7 2500. 271. Ага. Ну, не знаю даже. Стоит ли тратить. Ну что ж, давайте мы потратим, так уж и быть. Или не тратить. Хрен его знает. На его нафиг не буду тратить. Здесь чуть-чуть урончик прокачаем. Недостаточно будет. Здесь тоже. Перезарядочку. По-любому. Получимость нам нужна по-любому. Давайте полностью качнем что-то. Деньги есть. А кодеки не будем открывать. Вот это еще. На две. Все, хватит. Так, далее. Давай поговорим. Так, каков план? Ну, связи. Вот найти бездействующих локаторов. Ты напористая, мне это нравится. На многое чего произошло. Так, остальная часть экипажа пытается сохранить порядок от военных кораблей на земле. Полагаю, нам придется сражаться с солдатами? Есть четкие указания, они будут делать все возможно. Правда, типа различным колоннами, находящимся на корабле. Ага. Зачистят корабль. Белик. Лучшим хирургом и генетиком. Угу. Устать все прежнее мозга у него. Но он учился жителям. Он получил здесь в мастерскую все, что может. Поговорить с ним. Как-нибудь. Нашу базу. Хорошо, мне нужно немного передохнуть. Так, чем заняться? Придется поискать запчасти, другие ресурсы. Клокер. Угу. Кто уже ты? Время достаточно. Слышь ты! Вот скотина не хотят, не хочет рассказывать о себе. Супер ученого, это можно выразиться. Ага. Как дерьмо. Давай дальше. Блокировки моих способов.
Ага. Угу. Обновить кое-что, просто попросить меня. По-моему, с которым без моего надзора так идти. Верно. Как раз надо что-нибудь разблокировать. Это на 5 уровне. Угу. Так, еще раз что? Ага. Так. Интересно. Так, рывок. Так, аномалия. Ну, давайте пока не будем ничего тут трогать. Единственное, что может замедление времени. Отдалительность сделаем. Так. Еще надо с кем-то поговорить? Нет. Пойдемте дальше. Как оно у нас? Найти запас нанокристаллов для доктора Белика. Угу. Окей. Давайте поищем. Более высокого уровня персонажа, чем предыдущий. Купить усилители. Угу. Ну что ж, пошли. Так. Кавабанга. Ух, нифига себе. Тут гранаты даже можем кидать. Ну-ка, отстань от меня. Пошли все вон. Негодяи. Ты чё, блин, распрыгался? Ну, распрыгались они тут. Так, пойдемте с луком. Так спокойнее будет. Ууу, какая веселуха. Так, ладно, я сделаю вот так. Замедление. Пойдем крушить всех. Возвращаемся. Так, вроде нормально. Вроде отстрелялись. Ага, вроде вот именно. Нормально так прошило ему. Есть стрелы, да? И замечательно. Деньги. Вообще прекрасно. Идем быстро, но аккуратно. Ты чё плюешься? Но
Карась, все-таки плюнул в меня. Гаванюк. Оно лежать. Прям их так много было. Очень много. Так. Ух, попали. Так, пока все нормуль. Пока все вроде в норме. Денежка. Ребят, не трогайте меня. Успокоился. Успокоился. Так, что-то они какие-то прям жесткие. Это ваша катарошка. А ну-ка упал. Да блин. Я аж прям на последнем издыхании. Надо полечиться. Ну блин, а полечиться нечем. Ну хоть как-то. Что-то мне подсказывает. Сейчас будет очень весело. Так, ну краснота, конечно, пропала. Как вы видите. То, что меня никто не атакует. А вот жизнь окинья. Так. Отлично, получилось. Фак. Оно в меня сразу попало. Кого не блин? Хрена что вы видели? Не тебе. Опа, на тебе. Ах ты, гаденыш. Да чтоб тебе. Да ну его в пень.
Херушки тебе. Не попадешь. Что в бошку сейчас попробуем. Драпаем отсюда. Косой. Но потихоньку убивается. Косой чувак. Сейчас попробуем катану его вообще зафигачить. И зубинтленку. Фу. 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 Горец. Ух, как рвануло-то. Побежали. Так, куда нам идти-то? Так, полагаю, что обратно надо, да? Похоже, дело обратно. Кашечки и эти. А ну-ка спать. Ты чё? Я чё вам скажу, надо как бы катану улучшить. Так, задачка выполнена. Зомбаки. Фиг вам. Фигушки. Эй, ты плевака. Неплохой удар. Нанесли, однако. Бай-бай. Дыдыщ. Взрывы катастрофические, конечно. Все, квест завершен, ура, мы добежали. Отлично. Ух ты, нифига себе. Точность регенерации энергии. Ну, естественно, вот это. Регенерация энергии побольше. Так. Там что-то сразу вот к этому. Они не могут найти нас, поэтому пытаются нас вытравить. Солдаты. Вероятно, они не знают, что у нас есть возможность получить кислород прямо из садов. Доступ к способностям. Снаряжение импланта, да. Угу. Импланты. Увеличение при прицеливании. Бонус к силе. Бонус к силе возьмем. Прицел мне не очень нужен. Продать. Так, здесь мы, наверное, покупать-то ничего не будем.
Так. Снаряжение. Экипироваться. Продать. Сила и выносливость. Давайте экипироваться. Шанс на трофей. Не хочу пока ничего покупать. Да, поговорим. Что-то с воздухом. Воздухозаводы. Так, аварийные газоочистители. Что-то делать. И что теперь? Корабельные сады. Ага. Так, рвение я хотел. Разблокировать. Обновить. Удалительность. Так. Экипировать. Все, теперь у нас будет аура. И замедление времени. Отлично. Может, у тебя еще что-нибудь появилось? Слышь, миленький, плохой воздух, плохой. Нечем дышать. Спросите доктора, спросите Данута. Как только, так сразу. Как ты мне оружие нормальное дашь? Что? Ребят, вы это видите? Бита. Угу. Я, конечно, могу купить нож и с ножом бегать. Посмотрим, хватит ли мне на то и на это. Сколько у нас ножичек стоит? 19. А это у нас сколько стоит? А? Не верь, не поверьте, у нас не хватает. Ладно. Инвентарь. О, у нас пушка есть. Давайте. Пушку, наверное, поставим. Вот это пробовать. Угу, нет. Можете экипировать. Посмотрим, что это за хрень. Ты мне не нравишься явно. 38, блин, ребят, смотри. Не хватает всего ничего там, копейки. Так, давайте обновим пушку. Так, точность поставим ей. Патрончику, соответственно, побольше. 30-ку. О. Перезарядку. Нормальную. Точность тоже получше. Урон. Не думаю, нам такого хватит. Давай еще чуть-чуть прям. О-о-о. Получше оружие стало так. Ну ладно, давайте еще. Так. Катана у нас гривенькая. Магазин. Ага. Интересно, конечно. Ну давайте. Купим. Нож. Так. Экипировать. Так. Где нож? Экипироваться. Это лично ножик. Так, нет, вот тебя продать сначала. А тебя обновить. Вот тебе урон, чтобы вообще был дикий. До 9 уровня можно прокачать, ребят. Вот, видите, написано 9 уровень. Все, могу, денег нету.
Тебя я могу? Я тоже не могу. Пятнадцать стоит, охренеть. Так. Так. А здесь ничего интересного. Тут тоже. Угу. Я так полагаю, у нас сейчас отправят в сады какие-то. Говорилось. Да, попасть в сады и исправить систему подачи кислорода. У нас на корабле есть сады. Угу. Интересно. Что это за задание такое будет? Но, как говорится, путешествовать по кораблю и исправлять подачу кислорода в садах и во всем корабле мы будем с вами в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Эпик с канала Digital World. С вами был Миникин, Белик, Данат и ваш покорный слуга Кай. Всем спасибо, всем пока. До скорых встреч.